С вами я, Лендермен, и сегодня со мной Даня. А чё молчишь? Б. Он играет на ноутбуке, а я играю на планшетике. Погнали. Ну, играю я на ноутбуке на версии Bedrock Edition, чтобы Аня могла тоже ко мне присоединиться к игре. Так, да, здесь реально заброшенный пляж. Ух ты! Вот ты знаешь, что это такое? Нет, я не знаю, что это такое. Ладно, давайте развиваться начинаем. Я уже давно начал развиваться. А что, реально? Я уже давно начал добывать уже. Пожалуйста, включите поменьше звук, потому что как в этом видео будет много смеха. Огромного, да, Дань? Возможно, но это не точно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Пип-пип-пап. Мы играем на сложности сложной. Логично. Делаем топорик, делаем верстак. Делаем верстак, делаем топорик. Мы договорились, если мы помрем, то мы удаляем сервак. Да? Ну, это не точно. Скорее всего, это... Но это не точно реально. Нам нужно добыть, короче, 4-6 камня. Слушай. А помнишь, мы хотели специально у нас заброшенный пляж, чтобы найти аметист? Ой, нафиг. Там не будет аметиста, там будет заброшенные заросшие пещеры. Слушай, ну нафиг, знаешь, потому что там подводный зомбяк с трезубцем. А я пока я скоро приду, потому что мне надо зарядку. Все, я пришла, сейчас буду включать. Есть хорошие зарядки, они хорошо будут заряжать. Короче, я тебе скажу, что нужно сделать. Нужно будет добыть... Это подвинуть что? 16 булыжников надо будет сделать. Зачем? Добыть. Ну тебе на кирку, меч, топор. Так, погнали. Точнее, продолжаем. Уголь давай вкладывай только в одного человека, например, в меня, потому что чтобы потом можно было меньше. Да, чтобы не засорять инвентарь. Ну, не ковыряться, да. Так, все, я добыл. Теперь ты можешь добывать. Слушай, дай мне верстак свой, пожи. Ну, вот я поставлю. Так, я сделаю, наверное, топор, кирку и меч. Блин, так удобно играть на планшете. Все такое гигантское. Угу. Так, все. Моя железная логика. Я зачем скрафтила верстак? Верстаке. Ну, для себя. Ну да. Что, я что ли буду каждый раз что ли ставить верстак? Подожди, я инструменты не скрафтила. Это что? Это мой верстак. Набери. Потом, если что, потому что ночью нам нужно будет очень хорошо защищаться, потому что мы как бы выживаем. Может, ночью просто закопаемся и все? Ну, логично. Можно будет защищаться. Ну, как короче, и мне кажется, лучше, да, закопаться. Да, ну, может, просто покопать вниз до железа и там переночевать. Или в какую-то пещерку найти. Я пока что попробую поискать здесь, покопать... Заросшие пещеры. Я тоже хочу с тобой. Так, утопленник, давай-ка ты ракушечку отдашь там? Да-да-да, забери его. Почему я его не могу? А, вот могу. Я помогу тебе. А, дай ракушку. Ты взяла ракушку. Да. Зачем она нам? Не знаю. Нужно. Сделаем потом какую-нибудь... Фигню. Проводник, который... например. Проводник. Подводный фонарик такой, короче. Ладно, пошли, я думаю, поищем место для того, чтобы сделать домик. Там переночуем, может быть, ну, потому что уже скоро ночь, скорее всего. Там... Логика железная, скорее всего, но это не точно. Действуй. Иду. Нет, блин, лежу. Ползу к тебе.
Подожди меня, ма, подожди. Нам нужно, короче, добыть одни тростник, которые я уже вижу на пляже тут, как ни странно. Один тростник нам нужно и один бамбук. И остальной бамбук нам не очень нужен. Потому что потом мы сделаем ферму тростника, и можно будет, в принципе, сделать там... Ферму бамбука. Бамбука. Слушай, у тебя жрачка есть? Нету. Блин. Если бы у меня была, я бы делился, но у меня вообще ничего нету. И мне самому ты? Еда нужна, поверь. Тогда придется мирную включать. У меня три деления. В принципе, мирную можно, это как бы не нарушение, то есть мы что-то это не включаем. Да. Да, нам надо копаться уже вниз. Или на дерево. Не, на дерево не вариант. Позже покопаемся. Нам нужно подобывать немного ресурсов. Я хочу еще... Давай пока что как-нибудь отметим зону там, где... Слушай, у нас есть плохие новости. Какая? Мы не сможем сделать мирную, потому что мы обои на участники. А я ж могу, я... Как бы... Могу делать мирную, потому что я создатель этого мира. Ты опера или нам включи вдвоем? Так я не могу, оператор нужен. Давай, короче, ночью будем строить, потому что, не знаю, я очень включу мирную. Я нашел идеальное место для нашего домика. Правда, там надо будет его немного расчистить, но я думаю, мы справимся. Короче, я... Этот, ты лучше иди добывай кучу дерева. Причем дерево именно... А мы не будем сидеть на одном месте, мы будем ходить потом куда-нибудь? Или мы просто сделаем дом? Нам бы сначала развиться, немножко. Короче, добывай джунглевское дерево. Ну, короче, дерево из джунглей добывай. Потому что из него мы сделаем домик, а то как-то из разных досок домик сделать не очень хочется. Да, некрасиво будет. Что? Сейчас я застрою тут немного территорию, расчищу, а ты пока добывай дерево. Слушай, Дань, так это тот мир, который вы тогда играли с Матюхой. Да, с мы играли. Твоим младшим братом. Чтоб зрители знали, кто это. А то подумают... Ты пустый, тем блядь. Овечка. Не убила овечку ради этого. Сори, овечка. Овечку, кстати, надо убивать только белую, потому что чтобы потом можно было красить кровати. Хотя, по-моему, черную тоже можно красить кровати. Нет, не точно. Короче, добывай очень много дерева. Короче. Минимум 3 стака. Сколько? А зачем ты дубовая? Я же сказал джунгли. Не, ну а вдруг пригодятся потом. Ну, дубовая пригодится. Да ну, для крафта пригодятся. Ну мальчик. Давай добывай. Че ты ржешь? Ты че ржешь? А ты че тогда ржешь? Ты че ржешь? Я не ржу, я бамбук выращиваю. Вот, смотри, видишь, я жду, когда бамбук вырастет. Вот, бамбук растет. Зачем нам много бамбука? Нам не надо много бамбука. Нет, не трогай мой бамбук! Нет, отвали отсюда. Бери свой бамбук, выращивай где-то в другом месте. Я буду здесь его выращивать. Не трогай мой бамбук. Иди вон лучше дерево добывай, а? Все. И не трогай. А мы будем уходить в какие-нибудь места? Ты сначала домик построй, а потом будешь уходить в какие-нибудь места. Или мы будем только здесь жить? Да иди ты дерево добывай. Я сейчас помаху. Помашу. Бамбук мой был. Короче. Добывай дерево. Тростничок. Да тростник у меня есть. Мы из одного тростника сделаем грядку тростника и ферму тростника. Ферму всего. Добывай дерево. Зачем тебе тростник нужен? Тростник потом доберем. Нет, никогда мы его не трогаем. А давай посчитаем, сколько у нас еще боков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
6 блоков света, нормально. Ты добываешь дерево? Нормально. Мало. Ах ты жад. Символ дома. Так, нам нужно построить такой дом, чтобы нам можно было потом построить ферму. Ну, короче, все. Ну, короче, нам нужно построить такой дом. Нифига тут рыбы! Посмотри. Ну, потом сделаем из этого какую-нибудь там, не знаю, рыболовную. Так, вот так вот. Я потихоньку, наверное, начну строить дом. А ты какой сделаешь? Маленький, прималенький или средненький, или большой? Ты сначала дерево добыть, а потом будем разбираться, средний или большой. Или вообще шахту с досками. Короче, начинаем вырывать. Ну, например, пусть отсюда будет дом начинаться, и здесь заканчивается, например. Ух ты ж, ё-моё, это вот длинная шахта, что ли, какая-то. Знаешь, что мы можем сделать? Генератор какао-бобы. Ты костную муку найди сначала, чтобы генератор. Ай, тесто. Стоп, а как вырастить бобы? Ты сначала дерево джунглевское это вырасти, чтобы бобы вырастить. Там же для него дерево нужно тропическое. Где дерево добываешь? Да ты добываешь, что ли? Не видишь. Что ты рукой добываешь его? Потому что у меня топор сломался. У нас мирно вообще-то, ты понимаешь? Ты понимаешь, у нас мирно стоит. Ты это понимаешь? Нет. Понимаешь? Ты меня бить не можешь. В любом случае, я тебя пизду. Понимаешь, да? Понимаешь? Нет, блин, не понимаю. Я думаю, вот здесь вот будет уголочек у нас, там что-нибудь сделаем. Вот так вот уголочек у нас будет. На! Забирай! Иди добывай, мало. Ух! Это не поднимай ты стол. Это что, у него ноутбук или компьютер, я уже не знаю, стоит у него на столике. У нас на столике все стоит. Иди дерево добывай. Да что я иду добывать, ты не понимаешь? Понимаешь? Добывай. Не заставляю тебя добывать. Меня посылают в задницу. Нет, не посылают, ты посылай добывать дерево. Вестак! У меня легендарный блок есть. Понимаешь? Легендарный блок это бедро, который под нами находится. Нет, это верстак. Без него мы ничего не сможем сделать. А бедроком ничего не сможем сделать. С помощью бедрога мы сможем сделать бедроковую собаку. Это лошадь, которая выше собаки, и она выглядит как бедра. Все, я достроил почти домик, осталось достроить стекла, стены, двери, потолок и крышу. Дисклеймер, данный видеоролик может вас убить от смеха. Иди давай отсюда, добывай дерево. Да это было дерево вообще, да. Мало. На. Дисклеймер, данный видеоролик может вас убить от смеха. Ну это не точно. Ты
иди дерево добывай, не тростник выращивай. Он сам без тебя вырастет. Вот, смотри, как он уже вырос. Нет, я его. Тогда иди дерево добывай. Так, как у нас будут двойные двери? Нет? Ну ладно. Добиваем чи... Ой, что я сказала? Добываем или убиваем? Добиваем. 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 Нормально, добиваем. Мы дома тут. Давай иди добывай, нам нужно крышу сделать. В реальный момент Аня упала со стола. Ну, не со стула, но это не важно. Это... Короче, она упала. И лежат на полу. Ай, блин. Добываем черевочек. Добиваем. Аня слышит нас слово добиваем. А тебя тоже, видимо, смешит, если ты заржешь. Не смешит. Смешит. Я тебя смешу, тебе наркомания началась. Пуси джуси на тусе. За нахрен тебе песок. Чтоб стекло сделать. Логично. А зачем тогда спрашиваешь? Просто.